Взрыв в Пакистане. Жертвами стали 5 человек, двое из них граждане США. Смертник осуществил атаку в городе Пешавар. По данным зарубежных СМИ, целью экстремистов стал автомобиль американского консульства, в который врезалась начиненная взрывчаткой машина. Личности погибших пока неизвестны. По предварительным данным, нападение было совершено вскоре после того, как автомобиль диппредставительства выехал из консульства. Источники сообщают, что для взрыва использовалось около 110 килограммов взрывчатки. Кроме бронированного автомобиля, дипломатов были повреждены несколько других машин. Пострадали до 6 зданий. Эти машины принадлежали американским дипломатам. Смертник врезался в одну из них и взорвал себя. Взрыв был такой силы, что от машины террориста не осталось и следа. Сильно пострадали и забронированные автомобили. Погибло и ранено несколько человек.